Всем привет, дорогие друзья! Это новая сочная подборка файлов на стриме. Видео приколы в прямом эфире. Погнали! Это было ожидаемо, только посмотрите на эти глаза. When will you visit your long-lost son in Thailand, Slyka? Pepe Hands. А слева, как вы понимаете, сидит мама стримера. Ну и подписчики недолго думали, что отправить в голосовом сообщении. Там что-то говорится про визит стримера в Таиланд и что его ждут там еще раз. Хотя мы понимаем, что он, возможно, там и не был. И у мамы, кажется, появились вопросы. Ситуация номер один. Когда нет родителей рядом. Почему? Лопай. Урод, разве... Ситуация номер два. Когда прилетел Чапалах, и ты сразу стал культурным мальчиком. Итак, ладно, возвращаемся к нормальному обзору. Вальхейм это прекрасная игра. Гляньте, какая природа здесь, камни. Когда меня спрашивают, какие у меня есть таланты. Забавная стримерша, которая, оказывается, умеет не только хорошо вскрывать упаковки, но и шикарно петь. Это мисс Атмосфера, и она уже была в наших прошлых выпусках и запомнилась нам именно той самой атмосферой. Однако сегодня ей немного не повезло. С ней все в порядке, и сейчас она ослепляет нас своей улыбкой. Ну вот, ответьте мне на вопрос, что может произойти, если вы стримите на каяке? Перевернуться? Слишком банально. Ему повезло, что каяк не треснул. Ну, тут все просто, слегка не туда свернул. Нам дико повезло, что зомби не существует. А вы вот только представьте себя на месте персонажа. Отличный сюжет для ночного кошмара. Ладно, идем дальше. Это видео от нашего подписчика. И тут он демонстрирует свой навык бросания флешек в CSGO. Тихо, стой, не выходи. Хорош флешка. Еще флешка хорошая. Еще хорошая флешка. Это стример по имени Хасан. И он смотрит 3D-пародию на себя, которую создал один из его подписчиков. Что тут сказать, немного крипово. Но подписчик однозначно талантлив. Вновь переместимся на природу, этот чел стримит рыбалку. И казалось бы, все, что может произойти, так это то, что он просто-напросто покажет нам улов. Но у рыбы свои планы. Рыба, наверное, такая. Алло, я как бы поймалась оттуда, тащи, раз такое дело. Алло, обернись. Не, ну не хочешь, тогда на. Думаю, многие сейчас узнают себя. Вы по-любому видели такого чувака где-то на дискотеке или вечеринке. You save this guy's grandmother from a burning building? Девушка спросила стримера что-то про бабушек, и он, недолго думая, ответил, что он их очень любит. I like grandmas. Но прозвучало это слегка двусмысленно, отчего стример потом засмущался. Oh. Маленький ребенок возле компьютера. Это уже ничего хорошего не предвещает. Просто скажите мне прямо сейчас, что здесь происходит? Как? А главное, зачем? Да и к тому же в костюме. Сколько у тебя свободного времени? Да. What the f*** is happening? Oh my.
Чтобы вы понимали, этот стример потратил целый час на то, чтобы просто переплыть море в игре. Правда, с определенной целью – доплыть до Европы. Но справедливости ради, надо отметить, что многие из нас, кто играл хотя бы раз в GTA, пробовал уплыть тоже максимально далеко. Но Карл целый час... Друзья, этот случай не подходит под формат приколов и фейлов. Но я хочу, чтобы вы увидели, насколько сплоченная комьюнити может быть в той или иной игре. К сожалению, одного из игроков из их команды не стало из-за рака. И ребята решили таким образом с ним попрощаться. Your absence leaves an empty space. Вот такой вот добрый момент. Это милая стримерша по имени Адриана. И помимо всех своих милот, она бывает выдает и вот такие вещи. Не будем вдаваться в подробности, где происходят события, но реакция стримера все расскажет сама. No, hell no! Hell no! Hell! I thought I was giving her money! I'm not gay! Надеюсь, у вас такого никогда не будет. Хотя, конечно, на любителя. Вот сейчас будет самая настоящая жиза. Alright, you wanna filter? Maybe the door? No, it's fine, just do whatever you want. Гляньте на это лицо, полное отчаяния. Встретил кумира и сделал селфи. Да, закон подлости никто пока не отменял. Тот случай, когда узнал, сколько зарабатывает Моргенштерн. Я лью кристалл, эль шатеу майот, кристалл теперь мое. Это Леонардо. Не, ну танец, конечно, топ. С этим, мне кажется, спорить никто не будет. Если вы ждали самый топовый момент на стриме, то, конечно же, вот он. Какой прикол, сейчас я вам покажу, какой прикол. Вот такой прикол я вам сейчас буду показываться. Вот какой прикол, а вот такой прикол. Обратите внимание на число подписчиков. И теперь я посмотрите, сколько меня смотрят. А ведь действительно смешно, но больно. Еще одна милая стримерша, которая просто не знает, кого может потерять. Смотрим. Молодой, богатый, с треком-хитом, молодой звездой ТикТока, Ютуба, Инстаграма. Да у тебя все хорошо. Step back и борода. Че? На этом все, паблики. Присылайте свои случаи со стримов на специальную форму, которая есть в описании. Подписывайтесь, если вы впервые на этом канале. И пополняйте ряды бабликов. Лайк и комментарии согреют мое сердце. Увидимся через неделю. До скорого.